Пространственная обработка находится в топе запросов, которые я получаю от подписчиков ежедневно. Сегодня я покажу вам один из алгоритмов настройки реверберации, который я использую в первую очередь для танцевальных миксов. You can turn on English subtitles here. Приступим. Послушайте клэп. Соло. Отключаю реверберацию. Очень близкое, очень сухое и отчетливое звучание. Реверберация добавляет приятный хвост и помещает клэп в большое натуральное пространство. Без обработки. Слишком сухо. Теперь намного больше объема. Послушаем второе пространство, которое я использую на барабанах. Малый барабан кажется довольно близким, так как вроде бы на нем вообще нет реверберации. Тем не менее, послушайте без ревера. Вот теперь действительно сухое звучание. С ревером. Послушайте вот так. Теперь реверберация прослушивается. Очень короткая. Натурально звучащее пространство. Оно позволяет создать ощущение, как вроде бы малый барабан был записан не нигде, а где-то. Без ревера звучание кажется слишком искусственным. Послушаем еще два ревербератора. Один из них на дорожке синтезатора. Это синтезаторный пэд. Без ревера. Обратите внимание на то, что в оригинальной дорожке пэда уже присутствует реверберация. Сейчас слушаем с ревером, который я добавил. А вот оригинальный ревер. Очень часто я добавляю реверберацию на аудиосигналы, в которых уже есть ревер, для того, чтобы усилить ощущение пространства. Это нужно тогда, когда кажется, что в миксе инструмент тонет, и ему не хватает места. Ему не хватает где развернуться. Или же наоборот, в ситуациях, когда нужно сильнее притопить инструмент в миксе. В случае с пэдом довольно очевидная задача. Включаю ревер. Больше пространства, больше ширина, более приятная звуковая палитра. Еще один ревер на дорожке пианино. Тонущее, обволакивающее звучание.
Пианино как вроде бы подпрыгивает на подушке из реверберации. Но давайте выключим ревер. В оригинальной дорожке, опять же, мы слышим реверберацию. А моя реверберация лишь подчеркивает ее. Теперь посмотрим приборы, которые я использовал в проекте. Как вы видите, все плагины от компании Exponential Audio, которая сейчас входит в состав компании iZotope. Два Феникса и два Нимбуса. Давайте рассмотрим первый Феникс. Это тот ревер, который мы слышали на дорожке клэпа. Напомним для себя его звучание. Как вы видите, это пресет Small Percussion Play 2, который находится в разделе Percussion. Обычно я начинаю настройку ревера с выбора подходящей отправной точки. В Фениксе есть достаточно большое количество различных групп и разделов пресетов. Large Plate, Small Chamber, Large Chamber, Medium Hall и так дальше, в которых можно найти подходящее звучание для дальнейшей настройки. В этом случае Small Percussion Play 2 действительно показал себя с отличной стороны. Обратите внимание на то, что я использовал 8 миллисекунд предзадержки для того, чтобы ревер не вступал одновременно с клэпами. Он немного отстоит по времени от оригинального звучания, чтобы не размывать его атаки. Настройки Phoenix Verb достаточно типичны для большинства алгоритмических ревербераторов, и здесь мы можем настроить атаку ревербератора, его хвост и раннее отражение. Сегодня мы не делаем полный обзор того или иного прибора, поэтому сосредоточимся больше на самом звучании и на том, для чего я добавляю звучание того или иного ревера в микс. Второй прибор, также Phoenix, но на этот раз в разделе Percussion я использовал пресет In the Nursery. Очень короткое пространство, которое я немного сузил с помощью регулятора Width, отправив его ближе в сторону Narrow. Здесь никакой предзадержки, то есть ревербератор как бы впивается в оригинальное звучание и становится частью его. Следующие два ревера — это нимбусы. Можно сказать, что нимбус — это старший брат Феникса. Это такой же натурально звучащий ревер, который моделирует натуральные акустические пространство. Опять же, у нас в распоряжении множество различных типов реверберации и огромное количество пресетов внутри каждого из этих типов. Для обработки синтезаторов я выбрал Medium Hall, Neutral Hall для того, чтобы создать обычное, типичное, но при этом красивое звучание холла. Давайте послушаем синтезатор еще раз. Но на этот раз я включу ревер на другом синтезаторе. Так будет более разборчиво. Без ревера. Слишком близкое. И слишком сухое звучание. А теперь легкий пространственный штрих. Послушайте, как красиво звучит нимбус. Шикарный ревер. Но не стоит перебарщивать с подмешиванием его. И четвертый ревер, который присутствует в нашем проекте, опять же нимбус, но на этот раз из раздела Vocal Blooming Vocal Plate. Этот ревер я использую на одной из дорожек вокала и на пианино. Послушаем его на вокале. В
без ревера. Несмотря на то, что в дорожке вокала уже есть пространственная обработка, она кажется недостаточной, она слишком сухая и довольно безжизненная. А реверберация, которую добавляю я, оживляет дорожку вокала. Делает ее звучание более объемным, более заполняющим. То есть вы видите, что с помощью реверберации я решаю две основных задачи. Делаю безжизненные аудиосигналы живыми, создавая ощущение, что они были записаны в каком-либо акустическом пространстве. И вторая задача — это обогащение, округление, расширение объема звучания в миксе. Чтобы завершить сегодняшнее видео чем-то немного более интересным, я бы хотел вернуться к ревербератору, который мы с вами пропустили, рассматривая обработку группы саб-баса. Давайте вспомним, как это все звучало. Включаю ревер. Вроде бы звучит хорошо. Но ревер добавляет нечто более приятное на слух. Увеличим значение параметра микс. Теперь уменьшим. А теперь и вовсе выключим ревер. Слишком близкое звучание. А теперь... больше объема, больше жизни. И, соответственно, более приятное звучание. Для обработки этого звука я использовал пресет Kick Me из группы пресетов Percussion. Если еще не пробовали его, обязательно попробуйте. Он отлично показывает себя на низкочастотных сигналах или на параллельных каналах, которые мы подмешиваем к низкочастотным сигналам. Бочки, басы, какие-то очень низкие эффекты выиграют от использования такой реверберации. Пространственная обработка — это слишком объемная тема, чтобы раскрыть ее в одном видео, но я надеюсь, вы получили какие-то идеи, которые вы сможете использовать в ваших миксах уже сегодня. Большое спасибо за внимание. Не забудьте поддержать нас на Patreon или любым другим удобным для вас способом. Ссылки в описании. Ставьте лайки, колокольчики, птичек, пчелок и другую живность. Подписывайтесь на обновления Yourshelf Mix в соцсетях и следите за выходом новых видео на нашем канале YouTube. Увидимся завтра. Плывите к звуку.